Время стимуляции играет решающую значительную роль. Там видно кровавую росу? Вот у Лили купероз был очень-очень-очень, вот здесь вот сосудики были заметны. Сейчас их практически вот, ну... А вот девушки, которые крышили боры, знаете, вот такие, как дырки бывают. Великолепный результат. У нас вот Надя, у нее такие были поры, помните, моя Лили? Сейчас у нее щечки ровненькие, розовенькие. Это брать, которые... Репаративные. Раствор репаративный, да. Ну, вот видите, несмотря на то, что, вот смотрите, сказал, что мы можем не получить кровавую росу, потому что четвертая процедура, да, и ну, время много прошло. Нет, вот вполне, 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 Лилечка. Так что, может, дышать полтора мы не будем брать. До какой степени растить? Ну, сейчас будет сильнее, потому что мы вот еще кружочек пройдем, потом я мезораствор нанесу. Ну, сейчас пациенты информированы. Они приходят, они уже выбрали себе методику, выбрали врача, выбрали препарат. Все, скажешь, как уколоть, конечно. Вот, пожалуй, вот этой зоне я уделяла меньше внимания. Вот оно, вот как индикатор того, как оно было. Вот почувствуйте разницу. А это мы не обрабатывали совсем. Вы видите качество, да, кожи? Да, да, да. То есть, ну, потому что зима была, и потому что всегда это было вот, вот так вот. Ну, и насколько мы затрагивали, настолько затрагивали. Вот качество кожи здесь и качество кожи, посмотрите, вот тут, вот, вот тут, вот, вот. Это... Достаточное количество кровавой росы? Ну, это только у нас вот в третий проход, да. Сейчас я нанесу мезораствор. Она же еще боится, волнуется, спазм сосудов. Да, одно дело в кабинете пациента, другое дело, когда это такое публичное выступление, волнение.